аккуратненько распаковываем. Это подарочек для меня. Да не порвите. Да не порвите же. Да там нет. Должна быть вот очень хорошая и теплая. И что-то она какая-то маловато как-то будет. Юбашка. Только она не теплая. Совсем не теплая. Почему она называется? А внутри шкалы. Она должна быть с мехом внутри. А не большая она при шкале? Но меха я не имею. Ну не знаю. Ну меха нет. Она меха. Просто синтетическая лишь. А обещали, самая, что она будет... Самая... Обещали, что она будет теплая. Качество... Супер, да? Супер-пупер. Синтетика? Стопроцентная синтетика. Единственная вот подкладочка ХБшечка. Все. Ну, в общем, не советуем мы такое покупать. Однозначно нет. Да. Будем тогда с ними, значит, разговаривать, как так. Обещали, что должна быть теплая. А прислали вот такое. Обманули, Кира. Печально. А? Ну тебе скоро тоже много посылок придет. Я там тебе много посылок она заказывала. И перчатки в том числе. Причем такие, как тебе понравятся. Ты такие еще у тебя не было их. Хорошо. Че делаешь? Может, ты мою рубашку снимешь? Папа, это моя рубашка. Ты сказал, здесь богато, здесь нет. Я сказал, что я буду носить эту рубашку. Себе заказывал. Ну так что ты мне вернешь? Нет. Почему? У меня плащика не будет. Какого плащика? Этого. Вампирского? Это моя рубашка.